В Египте Рамадан начинается на фоне непростой политической и экономической обстановки. Однако египтяне уверены, что священный месяц будет праздничным и ознаменует собой конец кризиса, терзающего страну несколько лет. Мы надеемся, что Египет станет лучшей в мире страной. Я надеюсь, после Рамадана и выборов начнется другая жизнь, начнутся перемены к лучшему. В этот месяц можно увидеть Египет без политических партий, без различий, без ограничений. Увидеть его таким, каким его хочется видеть весь год. Одна из отличительных черт Рамадана в Египте – особые светильники, которыми в большом количестве украшают и дома, и общественные заведения. Лампы, несущие свет, приобретают в нынешних условиях особый символизм. Как сообщает наш собственный корреспондент в Каире, Мохаммед Шейк Ибрагим, египтяне считают Рамадан началом новой фазы, надеются покончить со враждебностью, сосредоточиться на терпимости и любви, надеются, что завтрашний день принесет им окончание политического и экономического кризиса. Мохаммед Шейк Ибрагим, Euronews, Аль-Каира.